Дзіцячы бліц-турнір па шахматах прайшоў у Гродні. За чорна-белыя дошкі селі юныя гросмайстары, якіх падзялілі на дзве групы. Першая – тыя, хто толькі пачалі знаёмства з фігурамі, і другая, каго ўжо можна назваць юнымі экспертамі. Арганізатары скарысталіся добрым надвор'ем і правялі турнір на свежым паветры. У выніку атрымалася вялікае спартыўна-інтэлектуальнае свята для маленькіх гродзенцаў. Акрамя саміх шахматных баталій, хлопчыкаў і дзяўчынак чакалі майстар-класы, выставы народнай творчасці і нават салодкі стол. Прымеркаваны бліц-турнір да міжнароднага дня шахмат, які аматары гульні адзначаюць 20 ліпеня. Последние года два наблюдается, как я уже говорил, бум шахматный. Очень много детей играет. В турнирах начинающих больше 100 человек играет. Вот сейчас был последний большой турнир, был мемориал Йозеса Миколаевича Дабкуса, основателя первой гродненской школы. Участвовало более 200. Было более 200 участников. Вот, поэтому сейчас шахматы переживают свой подъем, и очень приятно видеть, что дети. То есть дети, детей много, дети играют, и многие остаются. Я шахматами занимаюсь со второго класса, мне это нравится, потому что я как бы сам себе даю вызов, что я смогу добиться таких-то высот. Ну, мне нравится, потому что я еще одновременно играю, и математика у меня лучше становится.